Всем привет, меня зовут Артём. Сейчас вот буквально минуту назад я поиграл в замечательную игру под названием Фликса. Там непосредственно я тратил все свои деньги, точнее не тратил, а вкладывал их в фондовый рынок, на чем, собственно, и поднялся. Также поднялся на, скажем так, банковских махинациях касаемо вкладывания денег в депозиты и брал кредиты у банков и покупал, собственно, бизнесы, продавал недвижимость и так далее. В общем, все было круто. Спасибо Константину Журавскому за эти, сколько там, 2.5 часа. Было все замечательно. Советую всем.